Ну вот, друзья, коробка на машине начала барахлить. Погнали в сервис. Сказали ждать 2 недели. 25 тысяч рублей запчасть. И никакой гарантии дать не могут. Погнал Сереге в гараж. За 3 часа сделал, за бутылку. Сказал, век сноса не будет. Вот это я понимаю, сервис. Завтра был записан к зубному. Отменять, наверное, буду. Пойду к Сереге в гараже. Ау! Блядь, елочки пушистые! Ау! Алло! Наташа, я заблудился в лесу. Да как? О, так. Не знаю, буду ждать спасателей. Да откуда я знаю, как долго? 2-3 ночи, наверное, здесь было. Да какие бабы-то, ну? В лесу я! Нахрен 2-3 ночи, ты что вообще? Ну-ка домой, быстро! Вот, Наташа, нормальная сумка, что тебе не нравится? Не знаю. Мне бабушка говорила, если в сумку не влезают 3 бутылки вина, то что это за сумка? Вот поэтому на тебе и женился.